Это комплексная дорожная машина, предназначенная для обслуживания дорог в зимнее время. Бункер с пескоразбрасывателем, отвал для снега. Машины прошли обслуживание. Коммунальщики заготовили порядка 800 тонн пескосоляной смеси. Последние зимы пескосоляная смесь оставалась. Но помню, были зимы, когда приходилось добирать. У нас все готово. При команде через полчаса мы будем уже на трассе. В распоряжении компании есть специальный трактор для расчистки пешеходных дорожек. В мэрии провели дополнительную работу с управляющими компаниями. Управляющие компании точно так же приобрели пескосоляную смесь. При первом же выпадении снега будут задействованы все силы, которые есть. Дополнительно у нас закреплены дополнительные сотрудники за объектами социальной сферы, чтобы помогать дворникам в случае сильного снегопада. То есть работа эта ведется. В муниципалитете порядка 189 километров трасс, которые находятся в ведении государства. Их также обслуживает отдельное предприятие. У дорожников есть запас пескосоляной смеси порядка 2000 тонн. С 15 ноября они дежурят в круглосуточном режиме. Дороги между населенными пунктами контролируются в режиме реального времени. Вся информация стекается диспетчеру. Постоянно отслеживают, да, погодные условия и состояние дорожного покрытия. Проводится постоянное патрулирование наших дорог. И в случае выявления каких-то ухудшений сразу происходит реагирование. Гололед, ухудшение погоды. Да, если мы видим о том, что температура, да, приближается к нулю, мы производим превентивную обработку. Не дожидаясь мороза, мы обрабатываем поверхность. В специальных службах говорят, что внимательно следят за прогнозом погоды и готовы к любому развитию событий.